Если катка будет интересна, она, естественно, попадает перманентно на YouTube. Поэтому все лайкаем, кто на YouTube смотрит. Подписываемся. У меня так жопа сгорела, вы бы знали. Просто жесть. Ну, не скажи, а Матарасу тоже жесткая на самом деле. Поэтому проблемы и с ней тоже могут быть. Так, он Аегис взял. Нам нужен будет кулдаун. Отдыхай, дядь. Да, я, кстати, вебку сломал, когда именно горел, прикинь. Да, бей меня. Не крипов, а меня именно. Ой, хорош, какой блинк-то был. Давай. Да не была она интересной. Ба! Сука. Чего у него так хп много? Он меня, блядь, сейчас убьет, придет. Хорош. Я умер. А я не прочитал, сорян, что за идея. Пока жопа полыхала, я не успел прочитать. Победитель Раваны, да, был здесь. Победитель Равана. Так как победитель Ахиллеса, только победитель Равана. Серьезно? В два закупа? Не, это херня. Тогда все будут пикать активки против активок. Ну и не будет смысла тогда вообще в них, получается. Я умер. Ну и он умер. И слава богу, я бы разъебал бы сейчас себе стол здесь. Ой, водички нужно попить, остудиться. Остыдиться. А он на Егисе, я так и не понял, он на Егисе не поражал? Ну смотри, докупать ты имеешь в виду как? Докупать в смысле улучшать ее или докупать в смысле менять ее? Если улучшать, то еще ладно. Если улучшать, тогда еще ладно. Ну, опять-таки, блин.
Не факт, что это было бы профитно. Не подходи, блядь, ко мне. А в этом весь прикол Посейдона, ты можешь его как угодно собрать тебе. Хочешь прокастера, хочешь АДК, хочешь, не знаю, хроносоподобным пацаном быть. Подождем пока 100 монет. Я буду собирать сейчас прокастера, то есть я соберу кулдаун себе максимальный. Из... Хотя мы смотрим, можем хроно собрать и броню. И собрать пенетру. И мы тогда будем максимально эффективными, да, получается? Как думаете? Давайте попробуем. Типа, маны мне хватит с книжки. А что с Хроносом? Ну, Хронос тот же самый. Ты можешь либо собирать скорость атаки, либо я его собираю, допустим, именно... Именно в прокастера. То есть не фанат я вот этих. Ну это изи будет. Ладно, я понял, он не очень сильный. Я бы даже сказал, он слабенький. Хорошая егис, братки. Короче, смотрите, что можно сделать. Думаешь? Не-не, он не вывезет Посейдона. Нам еще бы этот нужно, Дивайн собрать, да? А бронь взять немейскую? Не, он столько урона мне не будет наносить, чтобы мне немейскую брать против него. Я так думаю. Хотя... Он опять мог бы меня убить ультой, кстати. Блять, я думал, он ультит. Уже уделался весь. Бля, у него нет аегиса. Давайте забайтим его на ульт, попробуем. Забайтил. Делайте, блять, скрины. Ну давай попробуем немейскую тогда. Не, на скорость уже не собирают. Как Фаталис перестал существовать. Он мою ману успел убить даже. Я первый раз промазал единички. Получится убить, как думаете? Он прочухает, что я здесь?
Это чё, блядь, было? Как он меня убил так быстро? Ай, блядь. Ну серьезно, вот серьезно. Да отойди от меня, алё. Да помогут, конечно, ты спрашивай. Ай, бля. Хороший ульт, братан. Ну, типа того, да. Не БК там бьет, БК бьет. Ой, бля, сейчас бы нам отрасу БК убивать на изичах. Слушай, я хер его знает, если честно. Это тестить нужно. Крипы, помогите! Блять, да блять! Почему он не умирает, блять? Ай, что за день у меня охуенный? Ебучая матрасу, блять! У него на деф 2... У него на деф 2 артефакта. Почему он так много урона наносит? Не было такого крио, это шутка была. Ну вы что, угораете что ли? Мне просто Феникса убьет. Бля, ну как такое возможно? То есть я тебе, блядь, стол поломаю сейчас, приду. Ну, потому что в большинстве случаев ты не успеваешь просто отхилиться. Я не... Блять, он даже мой баф забрал. И типа они просто становятся бессмысленными. И все равно достал, блять! И стан на полгода был. Ну что за хуйня в натуре? Давай, Бласки, спасибо, что пришел. Приходи еще. Еще, сука, музыка веселая такая играет, блядь. А мне нихуя не весело, как бы. Ой, блядь, ответ по Фрейе будет отражать урон с бафом. Спасибо, Таня, спасибо. Если кто-то тестил, спасибо, что вы помогаете вот так вот. Окно закрыто, блядь, еще. Какое настроение, криво.
Вот это байт, да? Ну не байт, а этот, блядь, забыл как это назвать. Да, беги, придурок, за мной, до самой базы, блядь. Солгейм думаешь взять? Мне Divine Ruin просто жесть как нужен. Не говорите, что он, блядь, с пол хп пойдет и БК убьет. Блядь, да как, алло? Ошибка, ошибка. Моя ошибка теперь. Сука, красного нет. Нет, нужен этот. Слишком она сильно выхиливается. Где он? Дивин. Да, дефа просто жесть. Он БК бьет. Нет. Знаете, ему просто похуй. Привет, Винт. Я даже уже не знаю, что говорить, я просто чат читаю. 54 человека, всем привет, ребята. Я рад, что мы планку в 50 плюс вьюверов стабильно перешли, и вообще это очень круто. Хайрезам, спасибо за скинчики, вам спасибо за просмотр. Да иди нахер. Да хоть и уже такое себе, братан. Вообще такое себе. Иди БК убивай, придурок. Я крипов пока твоих оформлю. Спасибо, Димас. Да, ребят, ну кто на ютубе его? Кому не сложно, поставьте Лукас, пожалуйста. Соберу его все-таки лайфстил. Убил он, да? Псина, блин.
Это даунская катка в том плане, что мне придется щелкать под базой теперь. И хер раз два я успел. Он же ушел на базу. Так. Бля, ебучий нахуй случай. Не-не, я собираю. Ну, она жесткая, да, влете. Да не научим мы, блин. Но он не будет пушить, он со мной драться не будет. А мне это и плюс. Блять! Какая ты, сука, везучая тварь. Хорош, хорош, спасибо за Лукаса, ребят. Спасибо, спасибо. А, так, все улучшил. Красный забрал. Мне бы баночку. И он опять быка бьет. Ладно, это не важно. Он же не может, блядь, нам забэкдорить. Бэкдорить пойдет, да? Да. Не, брат, я тебя просто так не отпущу теперь. Жесть! Что? Вы видели? Урон по ней просто не прошел. Спасибо, игра, блядь.
Почти достала, блядь. Да не промазал я. Ладно, возможно, промазал, но не промазал. Зачем мне две, алло? Не-не-не, не на ульте. Шестнадцать лось, 56 человек в общем, ребят, на ютубе и на твиче. Хорош, красавчики, спасибо. Вообще охуительно. Нет. Не, ну у меня да, у Посейдона нет. Уже Егис. Ну что, блядь? Дай драться нахуй. 2. Псина, блядь. Да не будем мы уходить, ладно уж, чё. Сдохнем, сдохнем. Пока есть урон, нужно драться. Нет! Фу, блядь, я нас испугался. Нет, дохнуть нельзя. Мы проиграть вообще эту катку не должны, ребзя. У нее очень мало деф, держу в курсе. Чисто в теории, я могу с ней потягаться. Вот сейчас файт должен быть очень важным, кстати. Важным почему? Потому что у меня есть ульт, а у него нет Аегиса. Блять. Вы видели это говна кусок этот? Теперь у него есть ульт, а у меня нет ничего. Держу в курсе. Сейчас умереть могу. Ой, хорошо, он не погнался за мной. Нахуя? Я думал, я достану. Быка пошел бить. Ну, либо думать, что я пошел быка бить. Много снес он. Но у него тут вардов понатыкано, ей просто. На самом деле, мне кажется, до попадания моего ульта, если я все правильно сделаю, то я могу выиграть. Блять, ну я случайно нажал. Какой я даун, а? На базу, блять, быстро хилиться. Нет, я труп. Нет, блять! Блять, ты нахуй, блять. Коробка ебаная, стоишь тут.
just summon these things. Your middle phoenix is under attack. Your middle phoenix has been destroyed. Даже не думай, блядь, моего титана бить. Нужно менять. Мне нужна книжка на ману менять на что-то. Да нахуй они мне нужны, Вик. Сосать, мразь, ёбаная нахуй. Ой, блядь, я убил ее и нихуя ничего не сделал, блядь. И нихуя ничего не сделал, блядь, держу в курсе, блядь. Потому что не было вариантов ничего делать.